Hello to all my dear friends. Друзья, всем привет! Димаш Кудайберген сообщил о новом подарке для почитателей его творчества. Дорогие друзья, уже совсем скоро, а именно 2 апреля, в официальном аккаунте Димаш Кудайберген, расположенном на всех цифровых платформах, вы сможете послушать мою новую композицию «Be With Me», которая впервые была исполнена на первом онлайн-концерте Димаш Digital Show. Диас, благодарю за вашу поддержку! Итак, друзья, давайте сделаем 2 апреля роскошный подарок певцу и установим новый рекорд. Вы помните, что однажды, как только дебютный альбом Димаша стал доступен для скачивания, поклонники исполнителя буквально обрушили QQ Music. Уже за первые 37 секунд альбом стал платиновым. Димаш сразу же поблагодарил своих фанатов за поддержку в своем Instagram. «Час назад вышел мой первый сольный альбом», – написал он. «За 37 секунд он стал платиновым. За час – трижды платиновым. Очень счастлив. Огромное спасибо всем моим слушателям за то, что поддерживаете меня во всем. Мои успехи – ваши заслуги». Ну что ж, огромной армии Диас не составит труда вновь порадовать Димаша вниманием и приблизить певца к заветной награде Грэмми. Сразу скажем, будет нелегко. К примеру, чтобы получить награду, призовой ремикс Иманбека Зейкенова «Roses» собрал в YouTube почти 150 миллионов просмотров. В TikTok под этот трек сняли более 3 миллионов видео. Мелодия звучала буквально из каждого утюга. Трек вошел в пятерку рейтинга US Billboard Hot 100 и возглавил британский хит-парад в мае 2020 года. Иманбек Зейкенов for Roses. Надеемся, что будущий хит Димаша «Be With Me» в своей категории «С вашей помощью» пройдет такой же победный путь, как у Иманбека, и позволит Кудайбергену завоевать почетную награду. Друзья, не забывайте, что прослушивать песни Димаша следует на его официальных аккаунтах. Для этого нужно регистрироваться, устанавливать приложение, например, для прослушивания композиции на Spotify. Итак, готовимся к рекордным цифрам прослушивания будущего хита Димаша «Be With Me», а пока вы можете потренироваться, изучив уже размещенную на цифровых платформах композицию «Golden». Всем большой рахмет! Love you all! Рахмет!